Если позволите, я скажу несколько слов о нашей ожидаемой премьере, которая состоится 18-19 декабря. Это опера Рихарда Штрауса «Электра». На первый взгляд, это неожиданное сочинение для камерного театра Санкт-Петербург-Опера. Но, с другой стороны, оно удивительно близко нам, потому что темы, которые затронуты в этом сочинении, необычайно актуальны. Хотя я уверен, что все оперы классические, которые живут среди нас, они все актуальны, потому что любовь, ненависть, предательство, убийство всегда актуальны. И в нашей жизни, и у нас, и за бугром. Так что это сочинение привлекло мое внимание тем, что события, которые происходят в далекой Греции, в драме Софокла, они сегодня очень актуальны, ибо проблема отцов и детей, когда ребенок посягает на жизнь своего родителя, очень актуальна. Совсем недавно сестры убили своего отца. Три сестрички, три очень симпатичные девочки. И эта история очень затронула меня. Я без какого-то толчка эмоционального не могу начинать работу. Это был даже не толчок, это был удар по моей психике, потому что представить себе, что такое может произойти в наше время, казалось бы, невозможно. Но это было. Поэтому, исследуя эту тему, мы нашли очень много параллелей с сегодняшним днем. Ну а если говорить о музыке, то это великая музыка, великий композитор. Дело в том, что я никогда не ставил Рихарда Штрауса. Вот за свою долголетнюю, многолетнюю карьеру я впервые встречаюсь с этой музыкой, и мне показалось, что мне это необходимо сегодня. Сегодня время очень совпадает с этой музыкой, потому что время стало жестче, циничнее, грубее в чем-то. И поэтому эта музыка, которую мы называем экспрессионизм, она очень созвучна моим мыслям сегодняшним.